Анонс и точная дата выхода 20 серии турецкого сериала «Мой дом». 20 серия сериала выйдет в эфир 18 ноября. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как между Мехди и Зейнеп произошла серьезная ссора, после чего девушка ушла из дома и стала жить свободной жизнью. Только Мехди категорически против развода, и поэтому он не собирается сидеть сложа руки. Он решает продать свой автосервис, а потом собирается следить за Зейнеп. Когда Зейнеп находится на работе, то она всегда выполняет все поручения своего начальника и во всем его слушается. Он, в свою очередь, старается научить Зейнеп тому, как она должна жить правильно и выстраивать свою карьеру. Он переживает за Зейнеп и считает, что она может пережить то, чего совсем не заслужила. Только никто не сможет дать ей заслуженное, и всего Зейнеп должна будет добиваться своими собственными усилиями. Зейнеп предупреждают о том, что Мехди до сих пор считается ее законным мужем, и поэтому она должна вести себя как полагается. В противном случае произойдет что-то очень нехорошее. Зейнеп заметила, что Мехди ее преследует и не понимает, для чего он это делает. Мехди готов пойти на все что угодно, лишь бы не быть брошенным. Он может оказать давление на Зейнеп и просто скажет, что не хочет разводиться с ней. Приблизился день бракоразводного процесса, и никто не может знать, чем именно он закончится. Напомним, 20 серия сериала выйдет в эфир 18 ноября. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.